очень сильно напоминает Silent Hill. Тут ходят одинокие волки. Они так и хотят меня съесть. Они все мечтают меня съесть. Людей как будто бы везут в тюрьму. Ой, порог идет, порог. Какая-то какая пингвинка. Пингвинка, пингвинка, пингвинка. У меня тоже такая есть. Да. Зачем ты туда идешь? Беги отсюда, беги! Enjoy Russian Rail Station! Мне нужно будет 20 часов с кем-то жить. С кем-то жить. Поживать. Надо будет сфоткаться на фоне ковра. Где мои апартаменты? Блин. А кто? Я буду наверху, это я буду спать наверху, а я буду спать наверху. А я буду спать наверху. Урур. Какая нервность. Привет, друзья. Ну, как вы уже заметили, уже утро. В поезде я еду уже 15 с хером часов. И давайте включим свет, потому что ничего не видно. Я вам проведу экскурсию по... Очень прикольный свет. Enjoy Russia. В общем, такие у меня здесь занавесочки, подушечка, зеркальце. Что у меня тут еще есть? Живем. Чаек пьем, водицу попиваем тут разную, вафельки кушаем. То есть все у нас хорошо. Кстати, это на завтрак, это на обед, а это на ужин. Это, кстати, я сейчас серьезно говорю. Чай тут тоже нежный. Принцесса Нюра. Это как Абдалбин, только Нюра. А еще я всю гребаную ночь бился вот так вот. Об эту штучку, я вообще не знаю. Это, знаете, я чувствую себя в каком-то зоопарке, где все приспособлено, чтобы обезьянки прыгали. Вообще это мило, потому что в детстве я ездил с бабушкой на поезде, и мне это очень напоминает детство. Правда. Ну, а впереди еще самолет, поэтому я сниму его на видео, и во второй части влога вы сможете на него посмотреть, его заценить и решить для себя, что... Вы больше никуда не хотите лететь? Примерно вот так я провел 18 часов в поезде. И, по-моему, мы приехали. Поздравьте меня. Да! Только я не знаю, что это вообще за... Подождите, это Киров? Welcome to Киров? Ну, по-моему, здесь... А вот тот самый торговый центр. Мне только что сообщили, что ехать еще 6 часов. Enjoy! Всем привет, я приехал в Киров, и меня встретила очень милая девочка. Привет! И мы приехали в... куда? Киномакс, Джимолл. В Джимолл, и сейчас мы пойдем за эту дверь, и там будет просто жесть, наверное, да? Добро пожаловать в Киров! Ждем прибытия какого-то загадочного Ромы-желудя. Давайте узнаем, кто такой Рома-желудь. Известный блогер, у которого миллионы видео на YouTube. Офигенных видео. Последнее видео, которое он выложил вчера в 11 часов, называется «Жирное». Я, конечно, не смотрела. Но говорят, интересно. Интересно. То есть там про девочек, которые кушают на ночь. Да, про нас. Меня спрятали. Сейчас я закрою дверь. Там какая-то бабулька-негодуйка.
Меня заперли в комнате с микроволновкой, потому что там, за этой дверью... Я все слышал, что вы говорили. Всем привет, сейчас 6 утра. И я похож на... Отлично, я забыл, что я не могу.